что сегодня этот матч доставил большое удовольствие болельщикам, не только хозяев, да, потому что победа была достигнута, но и всем, кто этот матч видел. Я считаю, что команды играли изо всех сил, и у меня к ребятам никаких претензий нет. Они так достаточно качественно играли, имели шансы на положительный результат. Но так бывает, что, видите, вот, скажем так, фортуна повернулась больше хозяевам. Я думаю, что сегодня хозяева, наверное, претензии к судьям не будут предъявлять, как это было в предыдущем, да? Я считаю, что они, в общем-то, стремились к победе и заслуженно победили, а мы будем работать и добывать очки в следующих матчах. С такой игрой достаточно приличной команда идет большим отрывом на последнем месте. Вот, вряд ли уже удастся вскочить, наверное, на подножку до конца сезона. Ну, мы не оглядываемся на прошедшие матчи, мы просто играем изо всех сил каждый следующий. Как получится, посмотрим. Шансы пока есть, и мы будем их стараться использовать. Ну, как получится, уже посмотрим. Но я думаю, что так со стороны мы не выглядим погибшими, там, сбитыми летчиками, и будем доставлять, скажем так, проблемы любому клубу, в том числе и те, кто лидирует в чемпионате. Пожалуйста, еще вопрос. Юрий Николаевич, так и планировали первый тайм повести более так смело, временами даже с позиции силы действия нефтехимик, а вот во втором тайме уже более закрыто вторым номером? Ну, во-первых, и, наверное, счет диктует какие-то моменты. Команда хозяев проигрывала, хотела отыграться, мы сыграли, пытались сыграть на контратаках во втором тайме. Но я не думаю, что мы прям сразу планировали здесь играть сильно, там играть там от обороны. Мы просто вышли и пытаемся в игре воплотить те замыслы тренировочные, которые у нас, ну, происходят вот в течение там тренировочный процесс недельного цикла. Вот. И ребята, я считаю, что, в общем-то, достойно выглядели, и больших претензий нет. Конечно, футбол не без ошибок. Ну, кто их допускает больше, тот проигрывает. Хозяева использовали свои моменты. Еще раз, пожалуйста, слишком легко вы вскрывали оборону Факела сегодня. Это вы какие-то смотрели слабость обороны соперника? Я бы не сказал, что мы легко скрывали, потому что... Когда два мяча забили, легко. Ну, скажем так, заставили ошибиться, может быть. Чтобы скрывать легко, я думаю, что Факел больше владел мячом и лучше контролировал мяч. Все-таки поле, я скажу, ну, более привычное, скажем. У нас еще пока травма не выросла вообще. Мы тренируемся там на земле, и переход, конечно, повлиял. До этого играли на искусственном поле в Казани. Оно такое более качественное. Здесь решили сыграть так. Ну, может быть, если со стороны так показалось, потому что мне со скамейки так, ну, не показалось, что мы легко вскрываем. Вот все, наверное, пока больше нет ничего. Третью игру у нас первые таймы почему-то не получается. Входим в игру тяжеловато. Поэтому очень тяжело сегодня тоже входили. Было много технического брака в центре поля. Центральные хавы не дорабатывали. Защитники плохо выходили из обороны в атаку. Не было целостной игры. Поэтому в перерыве внесли коррективы. Вот. И я думаю, что еще повлияли замены. И во второй тайм, конечно, где-то минут, наверное, 20 последние, команда додавила, вырвала победу, которая очень нам, кстати, нужна в психологическом плане и в турнирной ситуации. Вот, тем более перед игрой с Соколом, чтобы было, ребят, хорошее настроение. Вот, два раза проигрывать и отыграться, и вырвать игру, это, скажем так, дорогого стоит. Пожалуйста, вопрос. Игорь Иванович, на прошлой неделе команда два раза стресса пережила при подготовке к этому матчу. После игры с Кубани, вот эта вот история с судейством, потом вброс, связанный там с выплатами, с невыплатами. То есть осложнило это как-то вот подготовку? Были какие-то
внесены коррективы вот именно в подготовку? Я думаю, эта ситуация, наоборот, команду сплотила, и никакой паники не было. Все, КДК разобралось, что к чему. Судью наказали, Павла Пантелеевича тоже дали две игры. Поэтому сегодня ребята выходили на поле и думая о том, что и играли и за Павла Пантелеевича, чтобы не подвести его. Поэтому никакой нервозности не было, все готовились в таком режиме. Случилось, а это футбол, ошибаются все, и судьи, и игроки. Тренера ошибаются, поэтому настраивали ребят как на одну из важнейших игр. Вот у нас остались остальные игры, они все важные по своей сути. И от игры к игре мы идем пошаговому. А главный тренер как-то корректировал ваши действия сегодня? У вас с ним связь была? Да, была по телефону.